Давайте я немножечко расскажу, что же такое на самом деле коловада. Коловада – это продукт, который создан удивительным человеком, доктором Альбертом Зером. И он содержит составные части. Вот он так выглядит. А теперь я хочу, чтобы вы посмотрели. Здесь далеко не все баночки, которые на самом деле вот это составляющие коловады. В коловаде есть и люцерна. А люцерна – это клетчатка, королева наземных растений. Она стимулирует перистальтику кишечника. Здесь есть мегаацидофилус. И это очень важно, потому что дисбактериоз, практически страдают все дисбактериозом, чуть ли не каждый первый, не то что каждый второй. Давайте проведем эксперимент. Поднимите руки, пожалуйста, кто когда-нибудь в жизни принимал антибиотики? Все практически. А теперь поднимите руки, кто целенаправленно восстанавливал флору кишечника. Раз, два, три, четыре. Далеко не все. А что, о чем это говорит? Нарушение состава и количественного и качественного состава бактерий. Ведь бактерии – это наша иммунная система. Переваривая волокна, они вырабатывают витамины. Витамины группы В, в частности. 9 витаминов группы В вырабатывает кишечная палочка при условии, что она находится в нормальном балансе. Бактерии не дают развиваться патологической флоре. Кроме того, они вырабатывают антитела против вирусов, бактерий, даже противораковые антитела. Поэтому дисбактериоз достаточно опасен, и мы напрасно легкомысленно относимся к нему. В программе «Коловада» с первого дня есть продукты для борьбы с дисбактериозом. Здесь есть продукты, такие как лист черного ореха и комбинация номер 2, которые связывают яды, ну а лист черного ореха – это продукт, естественный противопаразитарный препарат, не отравляющий ни печень, ни кровь, ни почки. Это естественный антагонист паразитов. Работает блестяще, прекрасно. Здесь есть дезинтоксикационная формула. Доктор Альберт Зер говорил, когда я думал о создании очищения кишечника, я подумал, ну зачем чистить только кишечник? Давайте-ка мы почистим сразу весь организм. И поэтому в этой формуле как раз те продукты, которые связывают и яды и в печени, и в сердце, и в мозге, и в мышцах. И это набор витаминов Ultimate, потому что когда мы чистим кишечник, нам нужно восполнить потерю минеральных веществ и витаминов. И здесь есть целый ряд трав. Давайте я ее открою, эту волшебную коробочку, и покажу, как она устроена. Вот все эти массовые баночки уже очень удобно расфасованы. Один пакетик мы выпиваем утром. Пакетик номер один мы выпиваем утром. И пакетик номер один мы выпиваем вечером. Итак, 7 дней. Это предварительная очистка, противопаразитарная программа, пробиотики, клетчатка, витамины, микроэлементы, дезинтоксикация. 7 дней. Что с вами произойдет за эти 7 дней? Упадет живот. Вы избавитесь от лишних, застоявшихся в кишечнике масс. И будьте внимательны, что мы теряем, это наше личное дело, загляните. Очень часто люди говорят, что я потерял бычьего цепня, свиного цепня, но есть паразиты, которых мы не увидим, потому что они очень маленькие. Мы теряем паразитов в течение первых 7 дней. Дальше, 4 дня. Утром пакетик номер 1, номер 2 и вечером пакетик номер 2. Программа «Коловада» для тех, кто умеет читать до 3. Пакетик номер 2 утром, пакетик номер 2 вечером. Но в течение этих 4 дней мы не едим. Вместо еды мы используем коктейль «Коловада». Здесь есть и лецитин, стимулирующий работу, вот такой пакетик, стимулирующий работу желчного пузыря. Здесь есть абсорбент в виде каолина, здесь есть целый ряд трав, псиллиум. Те вещества, которые способны, уже, знаете, вот мы грубую очистку провели, а теперь как пылесосом на клеточном уровне мельчайшие яды собрали и вывели. Более того, 4 порошка в день вместо еды. Быстренько разболтали, глотнули, выпили. Он разбухает, очень сильно разбухает и помогает расправить те спазмированные отделы кишечника, которые образовались в результате хронического воспаления или хронической интоксикации. Очень нежно очищает кишечник, защищая стенку от повреждений. Здесь специальные травы есть.
И вот таким образом глубокая очистка кишечника. Те яды, которые связались в других органах, выделились в кишечник, и вот этим абсорбентом собраны и выведены. Ну и, наконец, пакетик номер 3. Мы с вами голодали, мы с вами разгружали поджелудочную железу и вообще весь желудочно-кишечный тракт. Теперь мы пьем пакетик номер 3. Здесь удвоенная доза пробиотиков, здесь есть ферменты, здесь есть все необходимое для того, чтобы снова запустить процесс пищеварения. Волшебная программа Коловада. Давайте, расставаясь, посмотрим коротенький сюжет об этой программе и ее удивительном авторе, докторе Альберте Зере. Канадский ученый доктор Альберт Зер потратил более 25 лет, около 30 лет на создание идеальной формулы глубокого очищения организма, поэтапного, физиологичного и очень эффективного. Итак, программа «Коловада плюс». Что же она нам с вами дает? Ну, во-первых, это противопаразитарные травы. К сожалению, люди не знают, но около 90% всех заболеваний спровоцированы паразитами. Более 90%, 95% населения страдают от них. Дисбактериоз. Восстановление нормальной кишечной флоры. Это то, что содержит коловада. Адсорбент, который связывает яды на клеточном уровне. И, конечно, витамины, микроэлементы, ферменты. Все, чтобы наш организм работал правильно. Есть такое исследование на Бероне, которое может показать, как физиологическое состояние ваших внутренних органов. Красные треугольнички – это больной орган. Желтые – это здоровый. Посмотрите желудок до и после. Печень – до и после. Здесь изменения, которые есть у человека до того, как он пришел к врачу. Желчный пузырь, полный слизи и инфекции до и после коловады. Толстый кишечник. Застой в нем и улучшение его функции. Легкие и бронхи до и после коловады. Щитовидная железа. Центр нашей эндокринной системы. А вот это те дети, которые появились в семьях с хроническим бесплодием после приема коловады. Недаром наша компания награждена дипломом за лучшую очистку программу «Коловада плюс».